Ну, на мой взгляд, я, может быть, не прав. Вот, ну, ладно. И вот такая про наши учебные заведения, которых, особенно про Можайку, конечно, еще раз я хочу повториться, что, конечно, общаясь с выпускниками других вузов, я обратил внимание на то, что вот то, что они говорят, мы понимаем всегда. То, что мы говорим, они не понимают не всегда. Надо еще иногда объяснять, а вот это так, а вот это так. То есть нам, я считаю, очень сильно повезло. И в моем представлении Можайка – это самый лучший вуз нашей страны. Ну, за интерес. В котором одновременно учат человека и наукам, и причем учат неплохо. Поскольку, вы помните, наши преподаватели были профессоры, академики. Вот. Учил стрелять нас, например, чемпион Олимпийских игр ИТИС. Мне было очень приятно. В прошлом году я приехал проводить вместе с ДУСАВ в лагере у Путина. Мы проводили там ДУСАВовские такие мероприятия. Вот. И чемпионка Олимпийских игр среди них была женщина. Я говорю, а вы ИТИС помните? Она говорит, конечно, это мой учитель. Он нас учил стрелять из пистолета Макарова. Вы его, наверное, помните все. Такой. ИТИС, да. Вот. Потрясающие люди, конечно. Вот. И, конечно, Можайка. Самбо тоже преподавал, не последний. Да, вот. Да и вообще сама атмосфера, сам город, вот этот великолепный. А наш театр, который мы у нас. Да, мы делали же все, да, он страшно сильный. Мы же делали все, понимаете, нас учили хорошо. И нам еще повезло, я был культоргом, мы ходили на все эти дискотеки, мы посещали разные мероприятия, там, которые другим невозможно было посещать, потому что мы были военные, потому что нам это было можно. Вот я помню, наш факультетский ансамбль участвовал в районном конкурсе политической песни. Они пели песню «Марионетки», «Машина времени». Это 80-й год. И вот, а «Машину времени» запретили, значит, и вот выходит ведущий их и говорит, а сейчас песня, которая посвящается шаху Ирана, который является марионеткой в руках американских империалистов. Это лица стерты, краски тусклые, и весь зал там пошел-поехал. Вот, и нормально, второе место заняли. Такая песенка, посвященная нашим всем учебным заведениям. Это военная фабрика звезд, где пацана превращают в солдата. Будешь сиять в самый полный свой рост и говорить убедительным матом. Будешь ускоренно соображать, будешь владеть и шпиком, и лопатой. Будешь надежду страны выражать, будешь всегда и во всем виноватым. Будешь бояться гражданских людей, будешь бояться своих командиров, будешь стоять самым первым везде. Но чтобы честь не испортить мундира, сможешь взорвать самый каменный мост, скушать на спор 115 пирожных тем, кто прошел через фабрику звезд. Нет во вселенной задач невозможных, и колеса вагонов, и крик заводи, нас ведут в этой жизни по маршруту простому, от звезды на погонах к звезде на груди и звезде на могиле, последнему дому. Август, февраль или март на дворе, ты проползешь по любому болоту, будешь ты в танках подбитых гореть и поднимать оробевшую роту, взвод из разведки живым привести и на себя нагрузить, как невеста, боекомплект сколько можешь снести, а для льды сколь останется места. Видеть получку, чтоб выдать долги, видеть девчонок в кино да в журналах, фабрика звезд вам вправит мозги, так что потом не покажется мало. И за грехи, за чужие платить, переживая ни больше, ни меньше, фабрика звезд вас научит найти выход из самой запутанной вещи. И колеса вагонов, и крик
заводи. Нас ведут в этой жизни по маршруту простому, от звезды на погонах, звезды на груди, до звезды на могиле, последнему дому, до звезды на могиле, последнему дому. Фабрика звезд, фабрика звезд.